Так, пришло время стрижки. Я сейчас на даче буду стричь самшиты, формировать шарики. Еще не поздно. Либо стригутся ранней весной самшиты, либо поздней осенью. Вот как в моем случае. Так, секатор Фискарс. Так, сейчас попробую довольно-таки непривычно снимать левой рукой, потому что рабочая рука у меня правая. Покажу вам, как срезаю лишнее с куста самшита. Таким образом, когда вы срезаете эти веточки, то на следующий год на месте этой веточки вырастает 2, а то и 3 из спящих почек, соответственно. Поэтому самшиты обязательно необходимо подстригать один раз в год, либо ранней весной, либо в конце осени. Ну вот я предпочитаю в конце осени. Вот таким образом формируя при этом шарик. Фискарс все-таки шикарные секаторы, рекомендую. Единственное, что мне гораздо было удобнее захватывать белорусским секатором, у него зев вот этот вот шире раскрывался, или как вот эта вот часть секатора называется. А у этого, видите, небольшой захват. Вот эта вот часть в секаторе белорусского производства шире открывается. Вот таким образом. Красота, страшная сила. И затем вот стараюсь обтряхивать уже, чтобы смотреть фронт работ дальше. Да. Нередко, кстати, в самшите внутри куста поселяются улитки. Их тоже надо стараться убирать и выкидывать, вывозить с участка. Вот таким образом получается вот такой шарик хорошенький. Так, более наглядно вам показываю, как выглядит обросший самшит, кустик. И вот как выглядит уже сформированный шарик. Вот так вот, красавчик. Не так ли?